Всем привет! Это канал «Игрушки крючком». Меня зовут Алена. Сегодня я вам буду показывать свои готовые работы. Это то, что я связала за неделю. Есть и также недовязок, которые я наконец-то завершила. Тоже вам сейчас все буду показывать. Вот. И хочу начать вот с таких заек. Я таких вяжу много. Они очень хорошо продаются. Я люблю их вязать, они вяжутся быстро, просто. Вязала я их на основе бесплатного мастер-класса в Instagram Юлия Дайнега. Ну, у нее мастер-класс на медвежонка, а я вот сделала ушки. Ну и есть еще изменения, которые я внесла в эту схему. Вот, но тем не менее вдохновила меня на этих заек Юля. Так, дальше у меня вот такие две лисички спящие. Сейчас парные игрушки у меня идут. Я их связала практически одну за одной. Вот. Таких тоже я периодически вяжу, они тоже хорошо покупаются. Так, дальше вот такие маленькие дино. Динозаврики. Я, к сожалению, не помню автора. Это бесплатная схема в Instagram. Я подпишу под видео автора игрушек. Так, Дино. Дальше. Из маленьких игрушек у меня также вот такая черепашка. Вот такой пингвиненок. Черепашку я на Ютубе нашла, по-моему, схему. Тоже подпишу. Сейчас не вспомню, чей мастер-класс. Пингвин — это автор иностранный. Название тоже я вам напишу. В общем, ничего не помню. Но он на иностранном языке, я как могла переводила. Вот, связала сама. Дальше вот такой котик. Котик-колобок. Я таких тоже много вяжу. Мне они очень нравятся. У меня и сын забрал такого себе. Тоже одного из первых. И в магазине они хорошо продаются. Это мир вязаных игрушек. Вот. Но я немножко по-другому вяжу мордочку. Марина вяжет из тонкой пряжи, полухлопка, по-моему. Я вяжу из плюша. Так. Дальше вот такая пчелка. Тоже я такую вязала, ее забрали, и вот я связала еще одну на наличие. Дальше. Вот такая мышка. Это я переделывала схему, я ее уменьшала. Мышка такая большая, автор Happy Toys Юлия. Ну, большую мышку я тоже вязала, но я люблю маленькие игрушечки, поэтому вот схему я уменьшила и связала вот такую мышку. Сарафанчик у нее такой, я его вязывала, он не снимается. Усики такие у нее, реснички я сделала. Вот такая красотка. Дальше, вот такая уточка. Это Чирка Тойс, Екатерина Чиркова, автор. Это уже третья уточка, одну у меня тоже сын забрал, она ему очень понравилась. Вот, также Чирка Тойс, автор вот такой единорожки. Она русалка, единорожка-русалка. Вот, такую связала. И вчера я связала, вот, посмотрите, кого. Это плюшевый волк. Я так давно его хотела связать. Я уже все придумала, как он будет, вот, ну, какое оформление у него будет, что я ему такие усики вот вышью. Ушки, все, вот даже вот размер получился, все как я хотела. Вот, это я сама вязала. То у меня не было пряжи такой, то не могла заказать, то забуду заказать. И вот вчера я сделала заказ, забрала пряжу и сразу связала волка. Так, и остались у меня две игрушки, это мои недовязы. Вот такой динозавр, я его вязала очень давно.
не знаю, просто пропало вдохновение. Вот надо было просто сделать гребешок ему, щечку вторую пришить, и все, ну, закрепить глазки. А так вот готовая игрушка лежала, просто ждала своего часа. Ослик ИА тоже ждал, пока я его оформлю. Связан он также давно, наверное, в одно время с динозавром. Это автор Настя Happy Toys. Настя Кузнецова. Такой ослик. Вот, это все мои готовые работы за неделю. Вот, пишите, кто вам понравился больше. Буду ждать ваши комментарии. Можете просто даже поставить сердечко. Мне будет очень приятно. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.